Мы в свое время вам рассказывали про Best Auto. Так вот, Best Auto располагается здесь, на Магнитной 111. А сегодня и сейчас мы здесь не только Best Auto вам будем показывать, мы вам еще покажем автомагазин Олми. А еще когда-нибудь здесь будет, естественно, замечательный автоцентр. Прямо вот здесь располагается. Это был, по сути, обыкновенный день, когда мы вместе с камерой заехали в Best Auto и потихонечку начали понимать радость бытия. Если салон вертится в нашей передаче, то вот вам и результат. И мы не говорим, увеличим и мега, и супер продажи. Но гарантия того, что вас видят и к вам приходят. Кстати, сюда приходят не только мужики, а вот и девушки. Скажите, пожалуйста, вы выбираете машину, да? Насколько вот вы выбираете практически новую машину? Ну, сказали новую. Просто надо понять, что практически вот и цена-то получается дешевле, да ведь? Да, не только с автосалона, и у нас была разница, по-моему, сколько, 60 тысяч, да, получаете? Разница 60 тысяч. Вот только мы сейчас автосалона. 60 тысяч, вы можете такую же машину купить прямо здесь? Без 60 тысяч, да, можно. Какую вы машину хотели бы взять? Машину? Сама не знаю, если честно. Хочется, в первую очередь, хэтчбэк, это вот, это 100%. Ну и чтобы была для женщины легкое управление. Не знаю, муж предлагает Матис, но как бы думаем. То есть вы выбираете либо новую машину, либо бэушную, да? И деньги есть у вас или нет? Да, естественно. Ну тогда поздравляем вас с приобретением нового автомобиля. В своем прошлом сюжете я вам рассказал, посмотрите внимательно эти машины. Можете покатать туда-сюда, и вы не увидите здесь ничего. То есть здесь машины суперовские. Масла нигде не будет, нигде не протечет ни тормозная жидкость, ничего, потому что здесь любят ваши машины. Они их берут, доводят до ума и потом уже в идеальном состоянии продают. Помните, у нас был сюжет про розыгрыш авто? Естественно, он будет, естественно, вместе с Олми. Когда, кстати? А 26 октября купили машинку любую и можете в раз на Мазде 3 отсюда уехать. А можете и на квадрике, а можете и на мотоцикле. А можете и телек достойный домой привезти. Кстати, что насчет Олми? А мы поднимемся на второй этаж и посмотрим. И впечатление-то было одно. Нигде в городе на таких площадях столько автомобильного товара по вполне привлекательной цене-то и не было. Понимаю, почему здесь нету магнитогорцев. Потому что это место именно для вас. Для тех, кто умеет ездить на автомобилях. И заехать-то сюда обязательно необходимо. Это Магнитная 111. На второй этаж подниметесь и центр Олми. Почему я вас здесь не вижу? Но я вас вижу в других местах. То есть вы кормите барыг. А барыги они очень клевенькие, да? А барыги с чего начинают? А барыги взвинчивают цены. Представляете, к ним пришло масло по дешевой цене, они начинают его приподнимать. И мне начинают втирать, по ушам проезжать, что типа у нас цены-то какие? Я не понимаю, какие у нас цены. Бензин как был, так он, ну, поднялся не намного, но не намного поднимите и цену. С какого перепуга вы туда вкатываете 50 рублей? Это о чем говорится? Здесь цен нет таких. Здесь грамотный подход. По соотношению цена, качество и огромный ассортимент. И запчасти для иномарок, и запчасти для отечественных автомобилей, и все, что внутри располагается. И все, чем вы сможете машину отремонтировать. Вот я мимо прохожу, за моей спиной колеса, диски. Здесь все, что нужно, и вы можете в машину воткнуть. Подходим сюда. Антикоры, полироли и, естественно, мега прочные троса. А есть еще и очень серьезная прочная троса. Это наверняка для грузовиков. И подходим сюда, и видим что? И видим замечательные лаки и краски. Ну, в смысле, краску вы себе купите в другом месте, а все остальное прямо здесь есть. Да, это сеть. Да, ясен результат. Низкие цены и широкий ассортимент. И вы не будете кормить на своем классном, но старом автомобиле барыгу с крутым и новым джипом. И, конечно, вы не будете его спонсировать, его крутой и новый дом. А прайсики-то здесь, ё-моё, так какой смысл пиндорить мяснюка? Проще взять сеть. Вот мы с Максом по Екатеринбургу питаем более дружественные чувства. Потому что часть моя – это из Екатеринбурга. Дело в том, что мой отец, он был и родился и вырос
в Екатеринбурге. И часть своего времени, и до того, и после того, как, да и сейчас, я езжу туда, потому что, ну, это мои родственники. Там была моя бабушка и мой дедушка. Они, естественно, умерли, ну, такое тоже бывает. Вот. Екатеринбург к нам приехал сюда. Я всегда говорил, что рано или поздно такое должно было бы случиться, потому что со своим братом я говорил, что давай что-нибудь замутим и привезем. И по цене Екатеринбурга мы здесь заработаем. Вот все то же самое, как в Екатеринбурге, и прямо здесь. Я вам расскажу, что тут я прослышал такой шепот. Люди рассказывали, что масло здесь дешевле, чем где-либо. А оно так и есть. Приедьте и посмотрите сами. Ну это да. Я как-то говорил, а вы и не поняли, что везде, но не в Магнитке, цены были реально ниже. Я как-то говорил, что колеса я там купил на 1000, а то и на 1500 дешевле. Так вот, теперь есть это и в Магнитке, на Магнитной 111. То, что за моей спиной, а сколько здесь квадратных метров? Да очень много. Дело в том, что ни у одного торгового центра в городе Магнитогорске, особенно тот, кто занимается автомобильными запчастями, нет такой площади. Представляете, да? Я много центров посмотрел, и ни у кого в действительности такого-то и нету. Вот, и цены. А еще здесь есть замечательное масло из Японии, Митаца. Дело в чем оно заключается? Это масло приспособлено для тех условий эксплуатации, которых нет в Японии. Представляете, да, там, ну, холодно, масло нехорошее, бензин там или еще что-то. Хотя масло-то хорошее вы заливаете. И оно, кстати, недорого стоит, вы придите, попробуйте. В остальном мы вам говорим, что если такое количество за моей спиной, а сколько передо моей спиной, то есть тут надо понять, что это место работает для тех, кто прекрасно понимает, где нужный результат – цена, качество и количество. Так что, господа, есть цена, а есть и место. Тачки, по-моему, сейчас старые есть у каждого. Заехать за второй в будние дни – то сюда. И мы потихоньку становимся Анталией. Там и машины, и запчасти есть в определенных местах и каждый день. Осталось только климата сюда ошного добавить. Итак, мы купили здесь автомобиль в автосалоне Best Auto, что на Магнитной 111. И, возможно, автомобиль мы купили бы в кредит. Потому что, ну, понятно, да, что машины должны быть кредитные. Не у каждого же есть там 10, 20, 30 тысяч долларов. Вот. Ну, по рублям там вообще. Потом мы поднялись на второй этаж. И взяли все просто в дешевка. Потому что Екатеринбург давит своими ценами. И колеса здесь, и диски, и все, что нужно. И понятно, что дешевле-то и не получится. А потом уже, и когда здесь будет специализированный автоцентр, все это можно будет сделать здесь. То есть есть смысл заехать на Магнитную 111, чтобы затарить ваш автомобиль. Или просто его купить.